Сачук. Вот, чтобы сказать, что Алишаускас, бросок, и где? Я шайба не видно, шайбу! Нет, судья поднимает руки и начинается! Заваруха, то, о чем мечтал Тимиртауский, наверное, зритель, но нет. Нет, столичных игроков это не устраивает. Даниил Рахметов, шестой номер, 35-й Сергей Гончаров. Бросок, Дмитрий Мальгиных, где же шайба вновь под Дмитрием Мальгиновым? И кто, Осетов, что ли? Да нет, не может быть этого. Егора Наместникова пытался кто-то из игроков столичной команды атаковать и ввязаться. Шалапу Крачинский, можно выйти! Контратаку! Бросок не получается у Алишаускаса! Опасный бросок! На пятачок. Евдокимов и бросок. Столичные хоккеисты. Ой-ой-ой-ой, нельзя так. Нурсултан Бельгибаев, опасно. Ой. Будем надеяться, что все закончится без травм. И только сейчас она покидает. Но бросок-то состоялся. Но почему? Почему дают бросать? Почему дают бросать? Ох, как! Как хорошо сыграл-то Бельгибаев. А здесь еще один бросок. И заброшенная Тимиртауской командой в ворота столичного «Намада». Ну, можно уже точно сказать, что этот матч Тимиртауской командой выигран. Но с каким счетом? Бросать! Да что ж такое-то еще бросок! 22 секунды до окончания третьего периода. И здесь уже можно точно сказать, что этот матч Тимиртауской командой выигран. Дорогие друзья, будет еще одна игра. Финальная игра в городе Астана. Поэтому поздравляю всех тимиртауских болельщиков с этой выигранной игрой. Но самый финальный матч еще впереди. Не обижайтесь, столичные любители хоккея. Но мы едем к вам. Едем к вам для того, чтобы завоевать золотые медали чемпионата Казахстана. Благодарю всех вас
всех тех болельщиков, кто был сегодня вместе с нами. Спасибо вам большое, друзья. Сильнейшего выявит седьмая игра в Астане. Вам большое.